Так, ну вот, значит, Юрий просил, вот медленная проводка, очень медленная проводка. Эта блесна практически не работает. Ну вот, на самой медленной проводке, то есть исключились какие-то колебания. Они есть, но незначительные. Так, вот сейчас мы сделаем другую блесну, подцепим. То есть аналог полный этой, но без хребтины. Так, смотрим. Здесь уже игра явно активнее. Но это, соответственно, блесна будет легче. Можно, конечно, списать на это, потому что часть блесны была сточена, та, которая с хребтом. Но в этой блесне уже наблюдается явная игра. Вот. Это блесна по кругу. Практически игра неубиваемая. Как угодно ее можно возить. Вот. И она себя ведет прекрасно. Вот, значит, с хребтиной. Так, да, я не показал на прямой проводке. Вот частота этой блесны, этого воблера. Вот, немножко подольше я погоняю, чтобы можно было рассмотреть все это дело. Сейчас перецеплю другую, значит, и будем смотреть и сравнивать. Они абсолютно идентичны. Единственное, что на одной из них сделаны проточки. Она чуть-чуть тяжелее, то есть она очень-очень легко тонет. Значит, смотрим. Значит, на прямой. Здесь явно частота выше. Ну, на быстро это заметно не будет. Здесь явно частота выше. Но она тоже, по сути дела, неубиваемая игра, но тем не менее. Вот, казалось бы, какое влияние этих хребтов. Я просто слышу по колебаниям в удочку, что эта блесна имеет большее количество колебаний. В принципе, и все.